Чувак купил новую машину. Лада Веста называется. На гарантии делать с ней ничего нельзя. Смотрите, как она сделана все. Просто сейчас, смотрите, берешь рукой. Смотрите, шумка. Заводская. Заводская, посмотрите, она не держится. Это вообще ужас, ужас, блин. Любая деталь. Он взял кусок, отломался сразу. Охренеть надо. Главное, под низом, под этой заводской херней вода стоит. Нигде воды нет. Вот, смотрите. Сейчас сниму. Вот, сухо, да? Смотрите, как снимается. Смотрите. Вода мокрая. Блять, машина пиздец, нахуй. Вот с Алматиком мы тут. Внутри ничего нету. Покажи, открыто, какая там утеплитель. Покажи кусок фольги. Вот такое говно стоит, блядь, в дверях. Ёбаный в рот, блядь. АвтоВАЗ, блядь. Позорники, нахуй. Смотри, блядь. Охуеть, блядь, а. Как можно вот так взять рукой снять, а? Она новая, она вон уже разлетелась, она пересохшая, новая. Машина, сколько ей, месяц, да? Смотри. Ёб твою мать. Блядь, АвтоВАЗ.